think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередной видосик про немку, и мы заберем сегодня плюшечки, и я попробую все-таки добить. У нас осталась неиспользованная попытка рекламы, попробуем собрать лисицу. Интересно, сколько осколков у нас вообще получится собрать по максималке. В общем, поехали изначально сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, давайте тащите, красавчики. Просто красавчики. Но я надеюсь, я дальше сейчас смогу затащить 4 героя. А, нет, даже в 5. Так, вольт. Попробуем, рискнем сюда. И, конечно, у меня следующая попытка может быть сразу же сливная. Потому что там только единственный путь. Надо было выбор либо по центру. Не, отлично, нас тут еще пронесло. Так, держимся. Красавчики. Я вчера вытащил 41 осколок с 3 сумок. То есть там либо 20, 21, либо 10, 21. Такая вариация была. Не, ну это бан. Это реально бан. Ну вы что, угораете? Посмотрите на эту пачку. Ну что я им могу сделать? Ну, блядь. IDG, ну вы что? Ну вы чё, блядь? Ну если бы Роза здесь включилась, но тут, по-моему, без вариантов. Тут без вариантов просто, посмотрите, что. Они не просто меня смесили. На вторую я даже не нападал. Тратить 600 самоцветов, ну... Я не вижу смысла. Не факт, что я зафармлю. Можем просто попасть в просак. В общем, поехали собирать акции. Такс. 5-й день у нас сегодня... Acer Band. Посмотрим, что это такое. Team Duel, понятно. Roland and Guarden. Ну, это, наверное, за роллинги, да. Настолочка, ребятушки. Прикольненько, кстати, сделали анимешку. Что, блядь? Да вы что, угораете, что ли? Блядь, это трэш. Конечно, я все понимаю, знаете, вот немка отличается... Всегда от всех серваков, но это полный трэш. Дама холода 15. Это что за прикол? Сто книг. Ну, такое. Можно было бы и сундучков, и пыльцы можно было бы получить. Но шансы, как видите, довольно. Но это, конечно, трэш. Это просто трэш. Так, ну Роза здесь, по сути, понятно, на этом сервере Роза не нужна нафиг. Но прикольненько сделали. Опять же, отличились от всех серваков. Так, тут тоже есть коллекционер. Коллекционер, конечно, здесь очень печальный. Есть магазин скидок. Такой себе магазин скидок. Здесь, честно скажу, нехти, не нравится мне он. И цены тут одна сумка всего лишь. Но печальный. Так, поехали сюда. А вот это мне нравится, то что вот падают вот реально здесь просто тупо кайфово всегда падают осколки. Что еще хотеть? Такс. А, и здесь вот открылся бог грома с новой хренью. Ну, в общем, все как обычно, ничего нового. 300 книг на халяву. Так, я сегодня дофармил, наконец-таки дофармил вот это. Мы еще не фармили... Общие. Надо будет тоже подфармить. Так, давайте сейчас попробуем. Аренка у меня вроде еще есть попытки. Вот реально обмен здесь. Вот этот шар. Просто, не знаю, просто пушка. Так, соперники у меня просто эпические. Да, много я тут противник сделаю. Давайте за 50 самого просто попробуем сменить. Но я думаю, тут топи мне ловить нефиг. Хотя, смотрите, у меня есть шанс сейчас их наказать.
Но это не точно, мы их все героев уже развалили. Но шанс у нас был очень даже ничего. Ну, к сожалению, видите, надо ждать, чтобы скинули за поражение, насколько я знаю, не дают. Не дают больше попытки. Ну, точнее, итемы не дают, попытки то есть. Так, окей, забираем здесь. Так, что нам тут надо нанять? Да, надо нанять, забираем самики здесь. Тоже забрали. Кстати, волна, вот мне интересно, что мы сможем сделать? Мы героев немножко с вами подкачали. Но, наверное, на АА нам еще рановато. Надо землеройку с водушкой сделать. Вот это, наверное, будет следующая цель у меня. Землеройка. А у меня еще и оккультист есть. Но, видите, не хватает мне. А2 здание ломает. Надо еще получше прокачать. Надо землеройку будет поставить сюда в пачку. Либо Анубиса прокачать на воодушевление. Тут герои, в принципе, хорошие сборки, но Анубису надо качнуть будет просвет. И поставить ему сюда воодушку. Воодушек у меня вроде хватает. Можно даже девятку скрафтить. Камешков тоже вроде хватает. Ну, все как всегда, все good. Такс. Что у нас тут карты есть? Ну, давайте заберем все равно. Все равно у меня здесь этому хватает. Такс, есть. О, Рома, отлично. Спасибо, Эйджи, и за 67 тысяч. Варлок. Так, смотрим. Ну, бог Рома его и так может. Изи просто. Просто изи, ребят. Каждый день, просто каждый день, сколько я сюда захожу, всегда какая-то новая лего. Вчера вытащили офигенный герой. Сегодня. Ну вот просто, блин, не знаю, кайф. Еще осталось только этого огника дособирать, и будет вообще песня, будет намного все легче. Ну и Фрейи, конечно, мне здесь не хватает. Не, ну понятно, что дофига, но оккультиста вот словили. Надо будет, кстати, и оккультиста надо качнуть, и землеройку надо качнуть. Ну, подкачать, хочу попробовать. С оккультистом, думаю, будет попроще фармить. Так, это можно ставить на архидемона. У меня есть хладный. Сразу же ему. Бог войны. Ну, сейчас пятерками забью. Конечно, не хотелось бы силу поднимать особо. Так, баст. Можно сюда пока временно поставить. Каменку кинем сюда. Я надеюсь все-таки на огненку. Я очень на нее надеюсь. Так, твинки у меня вроде уже все. Так, отлично. Даже скин есть. Просто все супер. Щет. И ну пока так. Бум 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 бум. Отлично. Смотрите, как чётенько сегодня сложился у нас сложилось утро. Железка. Блин, железка. Не хочется и дав, конечно, ему резать. И скина нету. Драйка у нас тоже нет, к сожалению. Но железка ему хорошо зайдет, в принципе. Я не буду дефный вариант все равно качать на подземке. На будущее это будет лучший вариант. Блин.
Блин, а что по танкам у меня? Обушка у нас с просветом. Блин, вот нету смысла дальше открывать коробки. Короче, оставим пока такой вариант. Так, ну окей, что, поехали. Чик. Ну, 43 осколка. Да, вчера было как-то, знаете, поэпичнее. Открыли мы. Я сегодня думал, сейчас будет прям такой мега-вау. Но, к сожалению, все-таки 2 осколка. Сильно разогнался я, что сейчас еще осколков 20 нам даст. Но в итоге 43 осколка мы словили. Так, кстати, я хотел еще сегодня сделать. Надо создать гильдию. Так, как мы ее назовем? Так, чтобы было модненько, стильненько. Да, в принципе, какая разница? Так, нас же тут на английском. А, интересно, даст. О, нормально. Castle Clash RIP. Читайте заявочки, вступайте. В общем, все очень просто. Жду, кто играет на немке, будем фаниться. Я не знаю, здесь весело качать без доната. Конечно, как обычно, может быть, как и на русском. Я хрен забью со временем. Потому что, ну, неинтересно, игра просто убивается, ну, мало ли. В общем, кидайте заявки, вступайте в гильдию. Всем удачи, всем пока.